Начинаем приседать по 40 раз. Давай, начнем. Только нет, не надо, на сопельки вот эти не надо. Показываю еще раз. Смотрите, ножки чуть шире. На меня смотрите, юноши. Ножки пошире. Понял? Просто такой же улыбочкой по 40 раз. А ну, посчитай. Строгий, но справедливый. Так воспитывает юных спортсменов трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. Сегодня он провел мастер-класс для воспитанников химкинской секции греко-римской борьбы и ответил на их самые каверзные вопросы. Хорошо, цветная майка вы. А сколько вы весите и сколько вам лет? Мне с сентября этого года 51. Учитывая, что сегодня не обедал, я думаю, килограмм 138. Вопросов много про травмы, победы и поражения, про чувства, которые испытывал, когда поднимался на пьедестал, и, конечно, всегда ли он играл по правилам. Но я никогда не предполагал позволять себе там, даже подумать, что можно палец сломать или в глаз там ткнуть, потому что тогда победа будет не совсем честной. Они совсем честные победы долго не живут. Александр Карелин – живая легенда. Трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира. За свою спортивную карьеру Карелин выиграл почти 900 поединков. Он кумир многих. Лев, воспитанник секции греко-римской борьбы, уверен. Сан Саныч – достойный пример для подражания. Хочу побить рекорд, стать четырехкратным олимпийским чемпионом. Дисциплина, постоянные тренировки, уважение к тренеру и сопернику – залог успеха. Трехкратный олимпийский чемпион пришел на встречу не с пустыми руками. Для занятий юным борцам передал тренировочные снаряды. Это работает с резиной, тренируйте хват. Такой хват, обратный хват обязательно. Никогда не наматывайте, не хитрите. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, служба новостей.